Вот такое окружение. Три березы. 16 августа 2024 года. И находим вот такой красавчик. Вот как он смотрится. Красавчик, красавчик, конечно. А дальше смотрим. Вон еще один стоит. Еще один. Еще один. И тут гриб-дождевик. Его жарят. Вот такой гриб-дождевичок. Давайте выкручивать. Вот он такой. Красавец, красавец, конечно. Пойдемте к другому. О, вот такой. Вот такой дядька. Вот такой дядька. И еще один. А тут еще один. О. Вот такой он боровичок. И еще один. О, сколько мы, ребят, понаходили. С одного места. С одного места. Не отходя далеко. Смотрим. Шикарный лес. Шикарнейший. Вот такой. Давайте его выключить. Вот такой. Дождевички можно собрать на жарку. И жарятся они, когда у них внутренность белая. Только белая внутренность. Когда она уже желта, не жарится. Давайте почистим, ребята, их. О, чистейший, чистейший. То же самое. О, ну чистенький. И этого здоровяка. Вот такой. Красоткин, красоткин. Давай, гриба. Вид вот такой. Береза. И смотрим. Смотрим. Вот с такой шляпой белого грибка нашли. Это какой-то вид другой, наверное. Буль, короче. Давайте сейчас выкрутим. О, вот такой он. Шикарнейший. Вот такой. Давайте почистим его. Ножка вот такая. Ну вот такого типа. На березе встретили. Не знаю, как называется. Но вот такой тип. Видите, и выше еще. Трава маленькая. Вон он сидит. Давайте походить. Издалека видно. Давайте
его выкручивать. Вот такой он. Сувелек. Сувель — это порог древесины. Не усыхает, не горит. Из него делают куксы, различные поделки. Мы с вами тут были вчера. Сегодня 15 августа. И смотрим. Вот он. Спрятался. Вот такой. Весь побитый. Весь побитый. Иду такой, смотрю. Травка небольшая, чистенькая. Вот. Вот он, короче. Давайте сейчас выкрутим его. Выкрутим его. Ну, вот такой он. Наша вчерашняя гурьба лежит, которую мы не берем. Идем по высокой траве, но тропинка уже тут кто-то прокладывал за нас. Вон, видите. Тайга такая. И смотрим. Лисички. Вот они, молоденькие пошли. Значит, скоро их будет много. Вот они, смотрите, какие. Лисички. Тут медведь гулял. Видите, муравейник разрытый. И вот его на Лёшка. Ну, как бы идем промеж папоротника. И оп, встречаем один гриб. Вот такой уже. Тут спорослой не зеленый, а видите, он еще один там сидит. Еще один такой же. Недалеко потаился еще один. Вон те. Надо смотреть, молоденький теперь. Вон какой. Шумит тайга, шумит. Ну а мы идем. О, шляпка. Давайте посмотрим. Кто тут у нас? Вот такой. Давайте выкрутим его. О, этот будет, ребята, добротный. Добротный. Давайте почистим его. О, ножка крепкая. Ну вот так выглядит. Так, и надрезы. Ну вот такой тип. Чуть дальше. Двое сидят. Ох, не поддаются. Сложно им было, сложно, ребята, пробиться. Ладно, не будем вытаскивать. А в боку вон еще, смотрите, вон два сидят. И вот тут, и тут, и тут, ребята, два. Дядька, о, вот такой уже. Тут тоже не камильфо. А вон те надо посмотреть. Там вон еще один сидит. Здоровый.
Ох. Ну вот, вода. Вот во что превращается белый гриб. Их искать можно по запаху. Если даже вы в этом году не попали, то вы знаете, где они будут расти. Вот такая штука. Идешь, нюхнул, запах. Нашли большой, недалеко маленький. Опять бьем по тайге и встречаем. Вот один стоит. Один стоит. Такой уже в возрасте. Вот второй. Есть четкая примета, короче. Вот видите, этот сувель. Значит, там лисички у нас как бы отметины. Нашли. Ну сколько, ребята? Несколько лисичек нашли. Вот такие они. Вот она, красавица. Вот она. О, тут сразу две достали. По-моему. Вот такие вот. Тут еще вот. Вот. По травкой, короче. Муравкой. Еще достали. Еще одну достали. Лисички у нас на жарёшку набирается. На жарёшку, ребята. Вот такая. О, краса. Ну вот. Еще достали. Нехитин моноза. Всех паразитов, червей выведет. О, сколько, ребята. Напустали уже. И тут нам еще. Вот тут лисички. Вот, да тут хорошо их, ребята. Тут хорошо. Получается, лето сухое, а тут получается, как северная сторона. Видите, оттенек. И они наросли. Хорошо. Наросли. Давайте собирать. Вот такие красавицы леса. Тут стопудово еще, да. Видите, в самой траве. В самой траве. Вообще не подобраться к ним. Кое-как выковырил. Давай, видите. Видите, потом нашел одну лазейку и их оттуда так шей. О, красотка. Это их королева. Получается, скрипит. В прошлом году береза завалила одну женщину. Вот такое несчастье. Представьте, в лесу. Снулся, где брал. Получилось его. Сейчас это она за мной растет.
Ну вот, ребята, столько мы набрали. Тут еще одна куча. Вот такая вот. Столько с одного места. Лисичка. А дальше, нету нифига. Вот такая вот. Сколько грибов? Один, второй. Третий. Пятый. Шестой. Седьмой. Вот такие. Седьмой. Восьмой. Девятый. Просто мой. Ну вот смотрите, какой он. Беленький, чистый. Красивый. Красота. Посреди вон тех четырех берез должны быть лисички. Мишкин след. И тут боровик. Давайте выкрутим. Вот такой. Ничего, тут монстры наросли какие. Тут еще один такой же. Рогатик растет. Вот такой. Ну, дошли до четырех берез. И смотрим. Лисички тут есть. О. Посмотрите, кто там сидит. Красивый беленький. Тут, не отходя далеко, смотрим. Шикарный, ребят. Шикарнейший. Вот такой. Давайте его выключусь. Вот такой. Тут недалеко. Еще смотрим. Еще один красавчик. Давайте его выключусь.